Парламент принял отчет правительства и Счетного комитета об исполнении бюджета прошлого года. Накануне документ был одобрен Мажилисом, но в Сенате решили, что вопрос нужно рассмотреть на совместном заседании. Депутаты назначили его на сегодня. Такую кропотливую работу можно связать с тем, что прошлый финансовый год для страны выдался непростым. Государственный бюджет пришлось несколько раз пересчитывать, в том числе из-за резкого снижения цен на нефть до 60 долларов за баррель. Тем не менее, план по доходам удалось выполнить на 99,3%. По данным Счетного комитета, в прошлом году госказна пополнилась на 5 триллионов 900 миллиардов тенге. Народные избранники выразили обеспокоенность, что из года в год увеличивается сумма неосвоенных средств. По итогам исполнения бюджета в прошлом году не использовано более 32 миллиардов тенге. Кроме того, остатки неосвоенных средств госорганами составили больше 300 миллиардов. Депутаты считают, что за подобные ошибки необходимо предусмотреть серьезную ответственность. Школы не строятся, детсады не строятся, дороги не строятся. Вот сколько вот село, аула без чистой воды. По этой причине страдают люди, население. Поэтому я бы, если это зависело от меня, я бы снял пару министров и пару акимов, которые вот действительно за год, несколько лет уже не выполняют бюджетный план. Эти деньги были даны для развития экономики. Понимаете, они их не использовали. Значит, таких менеджеров надо менять. И такие предприятия, национальные компании, которые взяли эти деньги, нужно штрафовать.